Компьютер, интернет, мобильная связь настолько прочно вошли в нашу жизнь, что стали жизненной необходимостью. А как считают горожане? Мы обратились к сланцевчанам с вопросами. Можете ли вы представить себе целую неделю жизни без мобильного телефона? Нет, нет, без телефона не прожить ни дня, ни полдня. Почему? Ну, связь нужна со всеми. Все сведения о своих, о знакомых, о друзьях, о соседей даже. Соседям можно позвонить. Теперь уже нет. Раньше бы могла, а теперь уже думаю, что нет. Ну, не знаю, как-то все время на телефонных звонках. И родственникам, и знакомым, и близким всем подряд звоним. Нет, не могу. Потому что у меня ребенок в Питере живет, и мне нужно с ней общаться каждый день. Я переживаю. Вполне себе спокойно будет, очень хорошо без мобильного телефона. Но, в принципе, невозможно. Без мобильного телефона, я считаю, в наше время никак. 21 век, все-таки век цифровых технологий. Можно, даже нужно иногда. Для восстановления своего психического здоровья, равновесия, позитивного отношения к жизни. А я ими очень редко пользуюсь, только сам не звоню никогда никуда. А так, чтобы меня нашли, а так он мне не нужен. Нет, конечно. Почему? Ну почему? Потому что средство связи у нас сейчас только мобильный телефон. Первый, единственный и неповторимый. Вообще можно. Можно представить. Можно? Да, могу. Почему? Ну, потому что можно общаться с друзьями не только по телефону, а можно встретиться на улице или зайти к ним домой. Я думаю, можно, конечно, и я вот соглашусь с предыдущим вашим респондентом, нужно даже. Ну, в данный момент, конечно, как мы сейчас живем в нашей жизни, сложно, если где-то дети куда-то уезжают, или встречаешь, или дети в школу ходят, наверное, нет. Сколько времени в день вы тратите на разговоры по телефону? Ну, в день, может быть, час-полтора. Нет, не очень много. В принципе, минут, наверное, 10 в день. Нет, немного. Немного. Достаточно много, да. С кем вы разговариваете, общаетесь? С коллегами, с подругами. Я разговариваю очень много. У меня есть девушка, с которой я тоже очень много общаюсь по телефону. Я нет, только в редких случаях, в исключительных. Ну, в среднем где-то, ну, час-полтора. День. Нет, секунды 3. Достаточно. Достаточно, чтобы связаться с детьми, чтобы поговорить с подругами, чтобы узнать, как учится ребенок. Да нет, немного. Я немного разговариваю, но тем не менее мне телефон нужен, и по работе нужен. Я вообще не стараюсь по телефону не говорить. Я, например, очень мало общаюсь, разговариваю по телефону и думаю, что это нормально. Если я вижу, что человек очень долго разговаривает по телефону, мне кажется, он уходит от реальности, да, старается уйти от реальности жизни, каких-то психологических таких моментов. Ну, это же ошибка.